Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, 10 заповедей. 10 заповедей, одни, то меньше у нас. Как нам разобраться? Давайте выберем одну, которую Бог посчитал самой главной. Да, и мы имеем право так сказать. Сейчас я расскажу. Это заповедь идолопоклонства, запрет. Казалось бы, вот это уж точно к нам мало имеет отношения. Вообще, нарушение запрета идолопоклонства происходит раньше, чем человек склоняется перед каким-то там каменным изваянием. Или приносит жертву какому-то там силу природы, или возливает вино. Как только человек решает, что воля Бога ограничена любой какой-то силой, соседом, врачом, там, я не знаю, главой какого-то государства, там, и все они действуют по своему желанию, совершается преступление. И с этого момента и молитвы, и исполнение, они не имеют уже того качества. Надо сначала разобраться, кому ты молишься. Обратите внимание, среди списков запретов, вообще, которые есть, самая длинная, самая большая заповедь, это 50 слов, да, Тора посвящает. Запрет идолопоклонства. Да не будет у тебя других, да, да не делай изваяния, да. И вот объясните мне, Тора предостерегает в первую очередь, не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь твой ревнитель. Любой реалистически мыслящий человек, особенно сегодня такого, 21 века, задастся вопросом, это важно сегодня. Например, и увлечение идолопоклонством исчезло из мира. Никто в современном обществе не верит в то, что можно, поклонившись там, ну, там, за исключением каких-то одних, там же можно обеспечить себе там или осадки, или здоровье, или нет. В древние времена люди были другие. Служение идолам было чем-то, что волновало ум, сердце. Потом это ушло из этого мира. Мы сейчас не задерживаемся, как и где. Мудрецы убрали. И в первых поколениях люди духовно были возвышены. Они жили в мире чудес. Они видели, им не надо было думать, есть, нету и так далее. Мы живем в духовно бедном поколении, одном из последних перед приходом Машеха. Поколение пятки, в котором есть серьезные сомнения в выборе тоже. Между чем? Apple, Samsung, Coca-Cola, Pepsi-Cola, там, Mercedes или Chevrolet, там, неважно. И это вот наш выбор. А что ж тогда мы будем заниматься идолопоклонством, которое вроде бы нас не волнует? Дело в том, что запрет идолопоклонства – это единственная заповедь, которая Всевышний указал, что она дается навсегда, вообще навсегда. И написано слова «Аль-Паной», то есть «перед моим лицом». «Да не будет у тебя божеств перед моим лицом». Какое значение этих слов? Написал Раши, что это пока есть, пока я бесконечен, я вечный, пока ты, чтобы ты не сказал, что это тому поколению была дана заповедь. Это единственная заповедь, которая Тора подчеркивает, что она исполняться должна в каждом поколении. Так о чем сейчас разговор? Вот сейчас. И Рамбам написал, что в ней наши люди совершили ошибку. Они решили, что раз Бог создал небо, солнце, там, звезды, то он наделил их большим почетом, и им надо тоже поклоняться. Да? По сути, идолопоклонство ведь не является заменой веры в Бога. Она просто, ну, дополнение такое к вере. Люди поколения вот того Эноша, они верили в реальность Создателя, они его видели. Но они полагали, что Творец доверил своим помощникам тоже большую силу влияния, и надо с ними договариваться. Они видели, что солнце способствует там росту растений, да? И думали, надо вот если молиться солнцу, тогда лучше будет. Этот вот вид идолопоклонства, он существует, существовал и никуда не исчез. Сегодня об этом говорят так. Вот я возьму самого лучшего там адвоката, и он решит мою пользу. Я договорюсь там с специалистом номер один, и он вылечит меня. Я с банком сейчас... То есть каждый раз, когда проблема идолопоклонства, она очень соблазнительная. Легко понять, что солнце, луна самостоятельно там не будут что-то делать, да? Но вот трудно сказать, что там адвокат не поможет, или там политик не поможет, или судья не поможет. Это трудно, нам кажется, как же, я же договариваюсь. И вот все время, пока мы думаем, что человек может что-то для нас сделать, помимо Бога, мы занимаемся идолопоклонством. В то время как на самом деле человек внизу это просто инструмент для выполнения того, что предопределено наверху. Все решается только у Бога и только на небе. Каждое мгновение Творец заново придает мудрости сердцу врача, судьи, вкладывает в голову, что он скажет. И в этом заключается основной смысл веры. Мы верим не только в то, что Всевышний создал мир, но и в том, что он вовлечен во все наши дела, что он все видит, все понимает, и никто не может поднять руку. Написано, листочек без него не упадет.
Поэтому можем сказать, свобода дана, но все предопределено. Да, у нас есть свобода действий своих, да, каких-то определенных. Но решается все сверху, ничего не зависит ни от наших врагов, ни от наших друзей. И надо всегда об этом помнить. Всегда все от Бога. Когда ты хочешь решить любой вопрос, договаривайся с небом. Брахавы от слуха.